В целях предупреждения коронавирусной инфекции в городе Кокшетау создано 6 мобильных групп. В состав мобильных групп входит акимат города Кокшетау, сотрудники санитарной службы, Национальная палата предпринимателей Атамекен и сотрудники полиции. Ежедневно на постоянной основе проводятся рейдовые мероприятия. На вчерашний день по объектам общественного питания был проведен рейд. На объектах общественного питания выявлен ряд нарушений. Несоблюдение масочного режима, нет запаса масок и одноразовых перчаток. Если даже имеются маски, неправильное ношение персоналом этих масок. Они носят их на подбородке. Также не проводят термометрию персонала с вношением их в журнал. Нет запаса дезинфицирующих средств. Не соблюдается социальное дистанцирование. Объекты бывают зачастую переполненные. По всем этим выявленным нарушениям на сегодняшний день составляется административный материал для передачи в административный суд по статье 462 части 3 за неисполнение постановления главного госсанврача Республики Казахстан за номером 37, а именно приложение 17, алгоритм работы объектов общественного питания.